Новую работу казахстанских кинематографистов представили в кинотеатре Сарыжайлау. Зрителям была показана историко-драматическая лента «Акбозуй». Подробнее в сюжете. В кинотеатре Сарыжайлау на суд зрителей представили новую работу казахстанских кинематографистов. В ленте «Акбузуй» режиссера Бикарыса Елюбаева рассказывается о 20-х и 30-х годах прошлого века, когда страна страдала от массового голода. Я вырос в городе. Я представления не знаю о кочевой жизни нашего народа. Мне об этом рассказывали мои родители. И мы хотели донести до зрителей ту эпоху, в которой жили наши предки, наши родители. И на наш взгляд, у нас получилось. Актерская группа поделилась своими мыслями о киноленте и ответила на вопросы горожан. В прошлом году на кинофестивале тюркского мира «Коркут Ата», проходившем в турецкой Бурсе, наш земляк Кайрат Кемалов был удостоен номинации «Лучшая мужская роль» за этот фильм. На фестивале, в который вошли более 50 художественных и документальных фильмов, работа победительницы была встречена аплодисментами. Сейчас самое главное не деньги, а показать нашей молодежи, как жили наши предки раньше. Показать быт, культуру общения, уважение к своей семье и народу. Показать мир, где люди жили по-настоящему. В завершении встречи собравшиеся с удовольствием посмотрели фильм, завоевавший признание на фестивале в Турции. Тамирис Люгабылова, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.